Доброе утро всем, дорогие друзья! Добро пожаловать на канале MX Fishing. Сегодня у нас особенный день, воскресенье, 11 утра. И я отправляюсь на соревнования по ловле спиннингом с берега в Боснию. Само соревнование будет проходить недалеко от города Сараево. Вот, туда отправляются спортсмены со всего мира, также с России, бывших стран СНГ, но мы отправляемся из Германии. То есть команда, которая будет участвовать, от Германии. Я сам участвовать в соревнованиях не буду, потому что у меня не было возможности пройти квалификацию. Я буду там в качестве поддержки, суппортера, можно так сказать. Нам предстоит еще проехать примерно 1300 километров, пока мы окажемся на месте проведения соревнований. Я хочу снять для вас несколько кадров, то есть сделать такие небольшие влоги, назовем это так, да, видеообзоры этого соревнования. То есть дорогу сильно я снимать не буду, так как это неинтересно, но как мы будем на месте, то есть все, что у нас будет связано с этим соревнованием, тренировка перед соревнованием, именно само соревнование, попытаюсь вам показать. Вот, ну, друзья, пожелайте мне удачи, я отправляюсь в путь, еще надо взять несколько человек с собой по пути подобрать, вот, и где-то примерно завтра, то есть в понедельник, после обеда, где-то к часику дня, если будет все хорошо, мы будем уже на месте. Увидимся в Боснии, дорогие друзья, а я поехал. Привет, дорогие друзья! Наконец-то мы добрались до Боснии. То есть приехали мы уже вчера, в понедельник. Но в понедельник нам понадобился для того, чтобы восстановить сил после долгой поездки. И сегодня, во вторник утром, мы уже нашли место, где можно нашим спортсменам потренироваться. Вот. Но мы, группа поддержки, скажем так, будем ловить в простом модусе, получать удовольствие от рыбалочки. Вот. Все, что у нас получится, вы увидите в дальнейшем видео. Ну а мы пойдем ближе к воде, попробуем поймать какую-нибудь рыбку. Найс. Вот первая форелька взялась. Красотуля. Красав. Я это сделал, ребята. А? Да, обязательно. Вот такая вот рыбка. Первая наша в Боснии. Вот такая красотуля. Смотри, как рыбу ловить надо. Но он живой еще, он в этом, в грибке весь.
все-таки. Вот, Олегович, доловил. Я хорошая, я говорю, хорошая, это она есть. Взял! Вот Олег поймал одну из многочисленных форелек, которые здесь обитают. Может, заглянуть к тебе в подсак? Смотри. Круто. Следующая форелька. Не успели отпустить первую. У нас Валентин поймал еще одну. Супер! Вот такой вот кандидат. Олег творит просто чудеса какие-то. Шестая опять, да? Шестая форелька. Вот такая. Все на ту же приманочку. Супер, давай. Ну правильно, что. Вот она, форелька. Спасибо огромное. Спасибо. Вот рыбку дальше активно ловят. Еще одна такая вот форелька. Вот она, красавица. Ну вот Вадим еще одну арестовал. Восьмая форелька, долго ее мучить не буду, сейчас быстро попаю. А мне стыдно. Вот еще одна форелька. Супер. Вот такая вот красавица. И вот очередная рыбка у Валентина. Ребята, я за вами не успеваю снимать. Вот. Супер. Вот это можно тоже сфотографировать. Красотуля. Поздравляю. Итак, дорогие друзья, первый день тренировки закончился, то есть сейчас после обеда. К сожалению, вода очень помутнела, то есть она мутнеет периодически, рыба перестает клевать. И получается так, что вы пару часов ничего не ловите, то есть просто тратите время. Ну, есть поклевки, но такие редкие, что очень много тратится время впустую. Так что мы заканчиваем на сегодня тренировку нашей команды и отправляемся домой. Завтра у нас будет продолжение. Пока!